2057 год. Сборная Кавказа по футболу выигрывает чемпионат мира. И у главного тренера спрашивают, как получилось, что вы обыграли в полуфинале бразильцев 100-0, а в финале французов 700-0. И главный тренер говорит, все очень просто, говорит, я в нападении поставил дагестанцев. Они очень хорошо нападают, они борцы, тяжелоатлеты и так далее. Говорит, в полузащите я поставил грузинов. Они играть не умеют, но зато красиво пасы дают. Говорит, в защите я поставил азербайджанцев. Пока денег не дашь, дальше к воротам не пройдешь. А в воротах я поставил армянина. Гол забьешь, фиг докажешь. Вот это новый. Подставки там.